Нет. Это чудовище изрыгает чумную слизь. Держитесь подальше от оскверненной земли. Коса такая пролетела. Ох, какая красивая шмотка. Локон тоже много кто играет, только я не понимаю, как они играют вообще. Есть кто? Да, я. Не, ну, Дима, слушай. Че? Я пришел, никого не было. Смотри, как мне Epic Games указать игру, если она у меня скачанная, но он ее не видит. Я ставлю, он ее просто удаляет и все. Да, он заменяет. Есть такое. Он вредный такой. Если я, короче, ставлю отменить загрузку, он ее отменяет, и вообще она, короче, не установленная. Ну, он требует установить. А ты раньше работал, где у тебя лежат? Да. Так у меня просто диск, у меня там все лежит сразу на диске. У меня отдельный диск для игр. Не-не-не, там просто папочка, он же сам, знаешь, как Steam делает папку, он же такую же делает. Ну, вот. Команда, где игра создается? Где игра сама создается? Да. Ну. Ты, получается, подсунул туда, да? Да, но он якобы подсунул, у меня написано проверка 17%, потом отменилась проверка, он ее удалил и снова начал искать заказчик. Смотри, слушай, тогда не знаю. Не знаю, надо так, было... Я раньше установить делал, потом делал... Ну-ка попробую установить, знаешь, как сейчас делаю? Я сейчас, знаешь... А, я не могу. Что я за игра у тебя? Да я хотел с этими... С ребятами сыграть в этот... С SnowRunner меня тут позвали. Я такой, они меня не очень зовут так редко, а тут решили. Блин, ну это, думаю, конечно, хреново. И я не могу, но. Я не могу, но. Лицензионное все как бы, блядь, и это... Не могу. Ну, я хотел резит? Докачать сколько-то. Ну тут у меня вот сейчас 45. Папка. А ну, она должна еще проверить, а он еще там должен проверить, еще там где-то гигов 5-6 накачать, сейчас еще надо будет. Я думал, пока поставлю, пока с тобой играю, там, блядь, уже... Вечер будет, вот я вечером бы еще бы с ними сыгранул бы. Если бы они, если бы вообще бы докачал. Сейчас вот я все просто делаю, я не могу. Он сейчас, получается, заново качает, да? Он заново качает. Он, то есть я как ставлю, то есть я сейчас папку второй раз скидываю уже. У меня просто бэкап есть на жестком диске, где 2 терабайта. А где игры основные у меня, которые я играю, там 1 терабайт. Зачем мне занимать, я просто скидываю туда установщики на 2 терабайта. Бэкап-то как сказать? Ты просто папку с игрой копировал или полностью офигеть? Да. Нет, а у меня этот, у меня раздельно идет. Не, то есть понял. Можно не указывать. Сейчас можно, короче, просто берешь, устанавливаешь, там напишешь путь папки, выбираешь, он и создает, и все. А там не так, как, этот, как у Steam. Steam-то создает этот, кто она. Как я она... не понял. Он же делает библиотеки файлов. Нет, он не делает папку. Он не делает папки. Он не делает. Этот не делает. Я тебе говорю, раньше он делал, сейчас не делает файлы библиотеки у себя. Поэтому он не видит твою игру. Понимаешь? Ну я-то саму же игру вижу.
Но он не видит. Потом... Потому что у него есть там определенные файлики, в которые он записывает о результатах загрузки и вообще состоянии. А поскольку у тебя клиент самого Эпика-то удален, он его нет. То есть даже если ты папку скидываешь, для него это типа, ну да, какая-то папка, типа, а что это за папка? Типа ему насрать. Стима же тоже такая история. Если ты Steam APP копируешь, полностью с комана, с всякими файликами, которые внутри, у тебя работает. А если ты скинешь просто папку с игрой, где у тебя все игры лежат, он тебе не будет работать. Выберите путь к установке, буква Е, вот просто выбираю. Установить. Вот, очереди. Установка. Все. Пошла установка. Вопрос. Да, какая, где нахуй папка? Я ж тебе говорю, папки нет. Нету. Я тебе говорю, просто обычная, вот. Я тебе говорю, у него где папки с игрой хранятся. Это одно. Но у него же есть еще свои библиотеки, которые информацию об этих, об каталоге вообще держат. Так же, как у Steam, я тебе только что объяснял. Ну, они ее спрятали, соответственно. Да. Тебе надо было просто копировать полностью папку Epic Games и каталог с игрой. Понимаешь? И, ну вот это, блин, это вообще кривая на самом деле. У меня деле, никогда такого, у меня никогда такого не было. А у меня было никогда такое. Такого не было. А у меня было такое. У меня раздельно. А у меня было такое. У меня все раздельно. А у меня было такое. Вот чтобы не было такого геморроя, лучше делать вместе. Потому что это гребаный Epic Games, который тупит прям ходючий просто. Вообще. Так, да? Вообще, очень кривая система. Хотя там, насколько я помню, они впилили все-таки тулзу, которая типа заставляет архивировать прям через вот этот вот, через их вот этот дурацкий, это, там в настройках какая-то тема есть такая. Ой, вообще. Уже магазины этому лет все еще не могут нормально сделать. Получится, скорее всего, подсунуть. Тебе говорю, этих файликов нету, он тебе не распознает игру просто-напросто. Все те игры в Steam же так раньше тоже было. Если ты просто Steam APP скидываешь полностью готовую папку, он нормально. То есть я даже себе создавал на диске специально папку Steam APP. Не папку с игрой, типа вот Total War, допустим, я кладу. А именно папку прям Steam APP, чтобы там были все его файлики. Какие-то его там библиотеки, какие-то там... Какая-то дичь, короче, его вот это вот, стимовская. И тогда... Там еще помимо папки с игрой, еще 4 какие-то папки он создает, какие-то файлики. И вот, кстати, вот эти файлики, если ты не скинешь, он тоже так вот заново качает. И вот, и ты хоть что с ним поделать. Ты ему хоть целую игру вложи, уже полностью готовый. Он все равно ее не увидит. Чтобы здесь отменить установку, здесь нету... Да, он просто продолжает. Я не понимаю, как он может делить игру, блядь, просто нахуй, хуяк и дельну, блядь. Как можно 40 гигов я тебе без говорю, моего ведома каким-то образом? Он не распознает это каталог, как игру скачивает, понимаешь? Вот и все. И удаляет. Steam так же делает, кстати. Просто со Steam мы как-то нашли лазейку. А с этим печаль беда. Ну и нахуя такое делать? Вопрос, да, вопрос логичный. Ой, блядь, как же, сука, все сложно, блядь, чтобы я хорошо тебя, сука, ничего выпить и не покупал, вообще. Блядь, такая уебищная система. Статистики, блядь, нормально нет. Достижений нормальных нет, отзывов нет. Как вообще играть в неё, блин? Даже... Как он, ВК Плей, то лучше. Там, по крайней мере, отзывы можно оставлять. Он на Steam похож даже внешне. Ну и там как бы функционал такой, ну нормально, адекватный функционал, не то что тут. Ой, говоря, вообще. А его только через этот можно поиграть, да, его нигде как бы через торрент скачать.
Блять, он не. Он даже я папку создал, он все равно, сука. Делает где-то еще. Да. Пидорас. То есть, скорее всего, ну-ка я пробую. Вот нахуя, вот. Мне получается. Че, все игры надо держать в одном месте, блядь. Не, ты просто. Ну, это бред, ебаный. Нет, нет, нет. Если бы ты скопировал папку с эпиком, я тебе говорю, ну дурацкая система, Толь, ну ты ничего с этим не сделаешь, ну дурацкая система. Поэтому там, ты же сам говоришь, поэтому там ничего не покупай, потому что ну дурацкая. Абсолютно. Не для людей вообще. Ну, дальше продолжаем, блядь. У него 44 гига, блядь. Ты, как вот, как ты прочитал это, блядь, если у тебя 40... Блядь, не знаю. Вот, допустим, я. Установить. Выбираю Epic Games. Там эта игра с этим названием, с точно таким же. Установить. В очереди. Установка сразу. Все. Можно отменять. В Steam бащит, ну, блядь, там, короче. Хотя бы что-то работало. Короче, можно даже в игры вообще нахуй Epic Games не сохранять. Да, бесполезно. Да, я согласен. Нет смысла. Я просто я уже давно там игры не забираю. Уже, наверное, больше года, а то и полтора. Как вот эта война началась в Украине, я перестал вообще забирать. Ну вот. Уже, ну, смысл там, во-первых, говно раздают, во-вторых, если там раздают нормальную игру, ты ее не можешь встречать в России. Смысл. А если ты ее скачаешь, потому что еще геморроиться будешь с установкой. Смысл. Пиздец, какой пиздец. Во-во. Теперь он мне пишет, каталог должен быть пустым. Ты ебанутый, там ничего нету, блядь. Какой пустым, блядь. Блядь, как же ты, ты сука, дура. На ночь ставить и качать больше никак. Не поиграешь сегодня, жаль. Ну такая вот дурацкая система, ничего ты с этим не сделаешь. Нервы не трать свои лишний раз. Нахуя тебе отдельная папка, если ты в этой папке создаешь только одну игру? Долбоёб. Вот если я вижу, вот допустим, Steam Liberty, я сразу же вижу, вот есть Steam, есть какой-то еще VDL. Ну да, VDL там, листов, да, есть, да. Вижу. Я вижу вот все файлы, вот он темп, вот он все сохраняет, downloading, вот он есть, да, все да. Есть как бы, download. Все папочки, no. Камон. А здесь, он, понимаешь, он требует, иди папку, открывай папку, а в этой папке нихуя нету. Долбоёб ты, ёбаный. Согласен. Упоротый. Упоротый вообще пиздец. Что ты понимал, у меня там купленная игра даже есть. Даже две. Control, ну Control я не покупал. Kingdom Come Deliverance я даже не проходил. Ну, не то, что не из-за эпика, конечно. Просто, что она мне не зашла. Но фактор все-таки важный. В Steam она или... Я, может, в Steam даже в нее и поиграл. Ну, как-то... Не знаю, ачивки. Тебе же прикольно ачивки посмотреть. Тебе прикольно видеть, что у тебя сколько ты часов в нее наиграл. Тебе вот это... Ну, ты как-то создаешь какую-то, не знаю, карточку по об игре. А так ты что, вот ты поиграл, ну просто там ярлык, знаешь, это... Еще вообще просто сделали ярлык. Так извините, хотя бы написали, сколько весит и когда ты с ней разыграл. Все, больше ничего там нет. И ты такой думаешь, дивизию твою вообще, зачем вообще существует наше время такая площадка? Даже наши ВК Плей то лучше сделали. Серьезно, даже ВК Плей лучше. Она на Steam похожа, по крайней мере, а тут вообще упоротость просто неимоверная. Нахуй.
Так вот сохранишь и потом. У меня, кстати, со Steam'ом в свое время тоже такое было. Вот хочется вот срочно поиграть, ну прям вот припекло. И у тебя лежит игра, и ты не можешь. Так, я что так и не делаю. И какие-то файлики там подсовывал. И туда, и сюда. Один, все равно ничего не помогает. Потому что чисто common папку я раньше сохранял. А потом полностью Steam App стал сохранять. Зафиксировал. Наконец-то научился делать. Все, можно спокойно играть. Ты положил? Все, я поставил на загрузку, при этом с нуля, нормальная скорость будет, все. Нуля. Ну, у меня. Он не подхватил, да? У меня под 40, по 50 мегабайт хуярит скорость. Я поставил на 20 мегабайт. Он не подхватит, он не может просто, он не видит и все. У них, знаешь, как стоит? Раньше была такая штука, называется приостановить. Когда ты приостанавливаешь, он типа, ты можешь закрыть лаунчер. Mm-hmm. То есть, ну, допустим, представь, ты скачиваешь, и, допустим, у тебя, прикинь, хуяк, допустим, и вырубили свет, ну, допустим, mm-hmm. да? Ты можешь продолжить его. А сейчас, если ты, у тебя вырубят свет, то ты скачиваешь заново игру. Все, сразу. На эпиках? Ты можешь прямо сейчас зайти, посмотреть, если ты меня видишь. У них две есть кнопки: установить и отменить загрузку. Все. Больше нету ничего. Даже когда я попытался выйти из приложения, он пишет: все ваши загрузки будут отменены. Я реально выхожу, захожу, смотри-ка. У меня игра отменена. Все. Смотри-ка. Вот так вот. То есть даже я так хотел через выход попробовать ее. Да. Что даже продолжить не может. Ё-моё. Фу-фу-фу-фу-фу, позор какой. Это специально сделано, я так понял. Типа, чтобы только у них пользовались. Да. Что ты говоришь, что ты несешь вообще? Какой специально? Да это просто упоротая система. Они вообще забили на нее. Упоротая, да. Ну, какой специально? Наверное. Они просто забили на нее. Ну. Ты че? Ну, или забили хуй. Ну. Так. Че, в итоге не пойдешь? Че, пойдем куда-нибудь? Пошли. А, я не могу в твоей чертоге, я же девчонка играю кулачницей. А-а-а. Ну все тогда. Так, я пошел ежедневки выполнять. Давай догоняй тогда. Ну, я со своей этот фейтон прохожу. О, ты уж нифига. Можно сказать, уж выполнил нахуй все. Сейчас это, чертоги еще раз зачищу. Слушай, а пойдем просто хотя бы чертоги почистим. Типа, а квест чертоги? Закроем лишний раз. Ну, чертоги типа, хаоса? Там же 60 надо забивать, какая разница, кого убивать. Ты свои пройди, которые тебе... Так, типа... а там мне кристальчики просто нужны. Да, ты свои пройди на 2, я свои тоже на 2 уже прошел. И соответственно... Сейчас, подожди. И соответственно, что? Соответственно, мы с тобой это... добьем и выполним задание еженедельное, точнее, и будет тебе голда, как бы. Ну ты же ради голды спрашивал сегодня, правильно? То жарко, то холодно, что ты, у меня тоже так же. Ты открываешь фото, холодно, ты закрыл, жарко. Я говорю, что за человек такой. Я на работе так постоянно откроешь, 10 раз выключишь. Серьезно вообще. А еще зайдет и дело. Ой, что-то такое. О, такие наши. Но. Через тебя меня дрожат такие. А я сижу нормально, они такие смотрят меня. Как ты тут сидишь вообще? Как он вверх надо. А, ты пейтом проходишь, да? Но. Я сейчас пройду два раза. Что ты? Подожди, ты что, кулачником хочешь играть? Ты же вроде хотел скаутом. Скаутом? Сейчас я тебе объясню. Короче, смотри, я сейчас пройду два раза... Как его?
итоге, и ты тоже проходи свои два раза. А потом мы пойдем просто до количества. Типа, какая разница, там все ничего не будет падать. Просто до количества. И добьем квест еженедельный. Понял? Ну там, помнишь, мы так делали? Типа, ну потратим типа 15 минут, как бы пофиг. Зато добьем. Как пауза. Тебе, зато тебе монетки. Хотя, может быть, оно тебе не нужно, монетки-то. Ладно, пофиг. Я сейчас пройду, а там как хочешь. Пройдешь, не пойдешь с моего. Я зафармлю, короче. Пошел. Потому что у меня квест, короче, я же этим ничем как-то не проходил же квест за хранителя там. У меня только один квест хранителя будет закрыть. Ну, как там будет? Хотя бы читоги-то откроем. Два квеста. Это сегодня уже пятница, а у меня даже первый уровень только набрался. Да, я, короче, сегодня попробовал этого. Я Ромке говорил, ему было по барабану. Как обычно, он сидит, молчит, меня реагирует на мои слова. Даже обидно иногда. Ромка-то куда? Да. Ромка-то куда ушел? Он сегодня пришел откуда-то. Куда ходил, что ходил, как обычно, никому не договорить ничего. Друг называется. Не услышишь от него даже ничего, никогда. Вечно какие-то секреты, тайны, как будто, я не знаю, он работает в ФСБ каком-то. Да, что в личной жизни, что на работе, в принципе, одно и то же. Всегда что-то скрывает. Не договаривай. Причем, он, знаешь, он всегда говорит, короче, вот ты, допустим, собираешься, я хочу приехать в Челябинск. И ты такой, и типа начинаешь, мне там таньку там делишься со всеми. Как делает Рома? Он хочет уехать в Челябинск, он уезжает в Челябинск, он там снимает квартиру, и потом по факту тебе говорит, я хочу уехать в Челябинск. Так, ну, никогда не говорит, что он собирается. То есть он купил машину такую, или квартиру, и он говорит, я купил машину. Он не говорит, а я хочу купить машину такую-то, вот планируйте. Он, кстати, никак такого не говорит. Не делится, не собирается, ну, как бы, не... Как бы сказать. Ну, такого не делаю. Хотя я точно знаю, что есть люди, с которыми он делится, ну там родные, потому что у него как бы вот это все за пределов семьи, так сказать. То есть вот с какими-то посторонними людьми вне семьи он еще не делится. Вот. Причем это не то, что как бы такая типа недоверие, это просто у них так вот в семье так заведено. Вообще, ну, такое воспитание, понимаешь? И вот я к чему это сейчас говорю, то что, ну, нормально было, я ему говорю, он молчит, кого-то там проходит, потом, ну ладно, думаю, что тебе рассказывать, если ты даже не реагируешь. То есть, если ты не реагируешь, значит, ты не слушаешь. Но. С 50% вероятность, а если ты не слушаешь, то тебе по барабану, а смысл тебе говорить, как барабан. То есть, такая песня. Ну да. Короче, я начал играть, и я такой думаю... Зайду-ка я на башню проверю. Пошел на башню, все, в принципе, за first trial с первого раза прошел, типа 20 уровней первый. Ну, у меня там какой у него 805-й шмот, да какой там я там могу. Вот. Да, в принципе, есть урон. Как бы, да, он тоже по полю боя быстро передвигается. Что он может облетать. Он может, типа. Ну, перемещаться быстро, да. У него много скиллов, которые нельзя сбить. То есть он вот стоит, вот его и не собьешь. Вот, это классно, да, прикольно. Да, плюс у него есть щиты, у него очень много щитов. То есть там вот их. Я даже до сих пор не пойму. Я, короче, кастую скилл, у меня бах вокруг меня такой щит синий. И причем там 1002 на текущее здоровье, да, там. Он бафает меня, я такой, интересно. И потом бах, короче, перекат делаю, у меня щит дается. Причем это перекат интересно, ты делаешь перекат, тебе дается щит, ты можешь, как бы, типа, это серый удар. Ты можешь еще раз... нет, ты делаешь перекат, потом ты в следующий раз нажимаешь на кнопку, у тебя стреляет, когда ты указываешь. Потом еще раз можешь перекатиться. То есть, типа, грубо говоря, такой, типа, этот мотив в поле боя. Ну, нормально. Ульта тоже прикольная, да. Ульта как у Фурии, только она, короче, дальняя. Ой, то есть, ну, он дальний, ну, а вот так как бы она такой пури, но ты становишься ближним боем, чуваком. Вот.
и у тебя становится большой радиус атаки, ты можешь лучи какие-то там энергетические пускать по всему полю боя, которые прям убивают просто там. Нормально так. Именно как в твоей фурии, короче. Вот. И... норм. Ну, а я говорю, я не люблю перевертыши, я что-то думал, у меня степик. Вот. Я же даже его про это... Пробуждение как... А, да, я же ему пробуждение за 500 покупал. И... думал, зацепит, ну, быстро его прокачаю, пронюхаю, так сказать, что, что вообще на себя представляет. Ну, что-то как-то не зацепило. Я понял, что в основном это из-за того, что он перевертыш вот этот. И я не люблю вот эти перевертыши. Мне нравится играть конкретно, чтобы я мог понимать, какие скилл, когда, в какой момент... Не думал за Капиноста играть? А? За Капиноста не думал играть? Я Капиностом пробовал. Ну, как-то были мысли, кстати. Были мысли. Ты его не рассмотрел. Не знаю, не знаю. Я ей пробовал, кстати, выбрал. Попробуй. И что-то немножко побегал. Попробуй. Но потом что-то я как-то... Попробуй, а его... его тоже мало видели. Но мне кажется, он вообще разносит. У него две стойки, короче. И... он в это переключается между ними. Там разные, опять же на стойках разные скиллы. То есть ульта как стойка, грубо говоря. Нажимаешь, он переключается. То есть когда он переключается на другую стойку, он тебя бафает на какой-то там эффект определенный. Вот одна стойка такая вот защитная, другая это на атаку. По-моему, я так понял. Более такая быстрая агрессивная атака. Не знаю, что-то меня не зацепил. Я побегал, что-то меня не зацепил. Клинок смерти даже больше зацепил, чем она. Не знаю, как-то, ну... да, типа, стойки, да, переключения, типа... я просто не люблю копье, как бы, собственно говоря. Может, поэтому? Как оружие не люблю. Собственно, как двуручный меч, я вот не люблю тоже, я так сказать, третий. Угу. То есть, меч, допустим, как вот Swords of Art, ой, Solo, как он? Swords... как он? Swords of Legends Online, да? То есть, там же меч был. Ну, можно меч, да, типа. Кинжалы, на всякий случай. Или два меча, типа, можно там. И рукопашка, все прям. Как бы остальное, всякие чакры там, косы, цепи. Чакру. Почему не хочешь играть за чакру? Ты проходишь или где ты? Или ты не проходишь? Я уже пошел. Ты не поешь еще? Просто так? Если не пойдешь, не пойдешь, пофиг, тогда забьем. Это... В смысле, куда не пойдешь? В чертоги. Ты сам-то ходил? Да. Показать, что ты мне хочешь? Да нет. Я ж тебе толдычил, так что про квест. А, ты хочешь квесты выполнить, что ли? Так и что, времени? Или времени мало? У тебя вот сколько? Ну, сегодня уже выполнить. Пятница, да? У тебя сколько вот это... угу. Хотя ладно, если останется, потом на крайняк во вторник тогда добьем, вот проблема-то. Но. Ну... ну такое-то, блядь. Пойдем в горнило души, а? У меня туда проходка есть. Законная, так сказать. Я могу оттуда шмот полутать. Законная, говорит. Ну да. В горнило душ? Ну да, помнишь, с гномами где? Ой, сейчас шандарахнет! Ого, берегись! Вот это что-то такое, помнишь, что это квест? Ой-ой-ой, сейчас шандарахнет, берегись! Вчера проходили. У меня просто перекачанный пиздец. Ну и что, мне пофиг. Сейчас подожди, дай хоть не ежедневки выполнить. Ты выполнял ежедневки? Да. Ну, а я нет еще. На, выполнить. Ну ладно, пойду пока делать квест. Закрывать Фейден, так сказать.
Давай закрывай оно, кстати. Резину тянешь мне тут, блядь. Мне давай вот это. Мозги мне тут не компенсируй. Кого ты говоришь? Кого? Взгляните. Слышишь такую поговорку? Нет. Один раз один раз отрежь, сто раз отмерь. Ну это да. Это я помню. Поговорку. Бывает, бывает наоборот. Бывает надо сначала сто раз разрезать, но один раз отмерить всего. Да. У меня чаще второй пол получается. Начинаю, блядь, что-нибудь делать. Понимаешь, что нихуя она не так, нахуй. Я говорю, ну ничего страшного, она. Сейчас тут подрежем, нахуй, и заебись будет. Нахуй. Полотно, которое можно было сделать три, блядь, у меня на одну только выходит. Нахуй. Так вот, нахуй. Ну а что расскажешь? Не знаю, а чё, чё, чё? Да, чуть расскажи мне. Рассказать тебе сказку про белого мучка? Ну, расскажи про белого мучка. Или как мужик украл коляску? Ну? А зачем он украл коляску? Я не знаю, где ты вообще, откуда ты это придумал. Ты же где-то говорил. Понятия не имею, зачем украл коляску. Расскажи мне сказку, как дед наставил коляску и убрал он в уголок, чтоб никто не уволок. Вот так и рождается такая нечистотная пошлость. Нечистотная. Да, ну. Запомню нахуй сейчас. Да. Не забудь на остров Рейкс явиться. Я. Нет, это правильно сюда. А что там такое? Блин, я ждут. Сначала, короче, телепортировался, потом на остров Фрей, сейчас от острова Флей на лодке придется ехать. Ё-моё, отсюда же никак не тыпошнешься. Ну как, звездочки забрать? Натуре, слушай, ты мне что-то про звезды говорил, а я проебал. Перекачанная, блядь, тут стоит. Деревня беглецов. Ой, беглецов. Ты бы хотел быть в деревне беглецов? Я там был уже сегодня. Не был? Нет, я выполняю еще так. Так где можно халявное золото-то? Слышь, где можно халявное золото заработать? На рыбалке. Как? Я не могу понять. Что вы там, рыбу продаете? Да. Это карпа продавай. Я же тебе объяснял. За сколько? 30, 32, 34. За рыбу? За стак. Стак 10 штук. А сколько стак? Сколько? 10 штук стак. А ты вылавливаешь ну, если ты выловил карпа, ты по 3-4 штуки вылавливаешь. То есть, ты, грубо говоря... Сейчас порыбачить, нахуй, сначала. У меня занятий сколько, нахуй. Так что ты давай выполняй, а пока тут. Блин, а я, короче, ТП-ху, короче, свою профукал, прикинь. Лох. Иди же, пассатижи, натуре профукал ТП-ху. Типа придется плыть, короче. А я бегу, а ты стоишь. Да, помню такую песенку. Яблоки воровала. Я просто сгорела мысленно. На-на-на-на-на. Дима не брал он сегодня. Дима, возьми ты сегодня. Два круга. Вот, сука, они даже ни одного не вижу. Я бы, блядь, поймал бы, сука, и...
Я объебу тебя сейчас, нахуй, ты мне что так скажешь. Я успел. Толян, хуй, потому что успел из-за этого. Только из-за того, что Толян успел. Если бы не был Толян. Опа, аваришку тоже поймал. Так, и осталось поймать... Разбойника, да? А, работорговца, хуй, работорговец. Опа, работорговца поймал, хулята. Просто, блядь, мастер, хули, кайско. Поймал, наверное, забрал, как у детей, хули. Забрал все. Подъебнул, поймал. И самое главное, задавил. Отсука. Где Саша-то? Саша-то не хватает. Он заобещался на пить, не дал. Да, он наебал на всех. И самое главное. Затопил. Да хуя времени, да хуя времени. Я сижу тут, сука, на коленках, нахуй, сука, как проститутка последняя, нахуй, это, блядь. Как хуя. Перемотал так. Яблоки ела. Так, и что у нас тут? Загвена, выполнена, твою ж... А нет, не выполнен. Да ладно. Давай, бери сразу топовый шмот, бери. Сенька с собой сходим, нахуярим. Чё ты фейты не делал? Mm? Ежедневку делал фейты не, да? Да. Ну там просто надо сбегать, горшочек взять, хули, этот цветочек нахуй, посеть него нахуй. Потом подойти, короче, подождать там что-то, блять, короче, и помолиться, хули, на горе. Все, хули, квест выполнен. Изи. Там просто для заколки дают что-то, да? Там что-то похуй не дают. Ну там, мне вообще на самом деле насрать на это все. Мне самое главное, это очки, которые дают. Mm-hmm. То есть они мне интересны, а остальное-то ничего не интересно. Так, мне надо идти... Так, где у нас рыбацкая штука? Здесь есть где-то... Так, нас сейчас... Ну-ка пойдем, куда нас приведет сейчас песню исполнить. Надо было мне... Там на у девок хули там надо было где-то. А я все где-то, блядь, не. Сдюк ебаный, толенько. Так. Так, где у нас что? О, сразу во. Сразу крючок рядом, нах. Увидел. Где крючок, там же можно рыбачить, да? Угу. Ты где рыбачишь-то? Не делай резких движений в планике. Дождись, пока не ясыть отдохнет. А где? Подожди. Карпа ты можешь выплыть только в планике. Со мной и все. Да? И в Южном Бёрне. Ты в Южный Бёрн не можешь пасть? Я надо в панику идти, да. Он только там ловится. Контакт больше нигде не ловится. Ну да, ну может быть в дальнейших локациях, но вот тех... Где ты вообще? В какой локации? Озерный край, это где? Да, что-то поймал, нах. Писан, тут все ловится, нах.
Вся рыба, нахуй. Mm-hmm. Наверное. А или нет? Это где? Да у этих, кто он? У эльфов-то, ёбаный. А, ну кто там они? Ты не выловишь карпа. Только истратишь эти. Я понял. Так, куда идти, Игорь? На попланнику, попланнику. Открываешь попланника. Просто... Где... Ты же в прошлый раз рыбачил, где у них этот порт. Все, я понял. Я понял, я иду дальше. Там ближе всего. Портал. Что мне понятно только что? Ну все, опять это. Музыка начинает. Ничего не могу с собой сделать. Что делать? Волдин и Таиса. На вас охрана Калазара. А где она? Альдар и это у Пупуаники, хули такая музыка играет. Разведайте обстановку в монастыре. Остальным полная готовность. Когда получим сведения о силах противника, ты не смотрел, да, как я прошел? Выдвигаемся. 25-й, да? 25-й, нет, я видел только когда ты играл за этого. У нас проверка была, какой, я ничего не смотрел. Блядь, не тот нажал. Что у вас по проверке-то? Ну ничего, вроде нормально, но отстрелялись. А ты-то что, участвовал вообще, что-то делал? Да, ну как... Скажи. Я... Меня не спрашивал ничего, как бы, но... То, что как бы, да, участвовал. Я там даже находился, да. Я даже тебе больше скажу, я с судьями сидел там, блядь. Ну, как обычно, я на этих, на всяких конференциях в администрации первый сидел, но как бы я никому никогда не был нужен, никто меня никогда не спрашивал, никогда не обращался, никто не... Но я сидел, да. Но. Сидел же, Игорь. Что еще надо-то? У нас, выбор небольшой, да? Да как бы чё, если такая работа, чтоб технически все работало, приходится сидеть. Крепкие настойки. А, очки работы. У меня оно уже использовано, наверное, потому что... Да и похуй. Как-то шансы это можно увеличить, чтобы лучше ловить? Ну там ты можешь за счет этого лучшая рыбалка, ой, подкормка, да. У тебя появится подкормка. Посмотри там на L, нажми, ты увидишь, когда сейчас тебе скажу. А, эссенцию, наверное, да, тут использовать? Нет, на 10 уровне рыбалка с приманкой у тебя появится, вот. И она улучшает реально и улов, и рыбка лучше. А эссенция зачем? Эссенция, которую ты бафаешь, зеленая, она новички! Тебе прокачку увеличивает. И материалы больше. То есть. Ну это да, я ее сделаю. Да, материалов больше. Но изнашивается оружие быстрее. Да и пусть больше ним. Материалов и больше опыта. Ну, по сути, ты просто ускоряешься. То есть, вот. Полезная тема на самом деле. Очень но... быстро прокачивается, вылавливаешь нормально, то есть, если у тебя есть бафы, есть силы, как бы так сказать, это. Вылавливать, потому что у меня вот сейчас все больше все пробьются. Нельзя было верить шиакрийцам. А я-то дурак. На восстановление. Ты еще надеялся, что они на нашей стороне. Расходы. Вот я сразу пробирку эту сделал. Сразу пробирку, да, правильно, молодец. Отличная идея. Раз, если не забывать, что в Фрейтоне каждое второе растение ядовито. Карп хорошо. Главное, что все обошлось. Самый наконец-то. Оптимальный доступный. Мы захватили двух дозорных у подъемника. Они нас с этой стороны не ждали. Археологи, как свяжите археологи, вон того, он уже почти очухался. Среди монстров бегать там, добивать. Ну, долго все. А тут просто стоишь, кто скажешь, стоишь, ты скажешь. Одну руку по факту. Даже мышку использовать не надо. Недолго ж вы прикидывались союзниками Шиакрии, грязные дороги. Фанатикам бесполезно что-то объяснять. Они выдумают тысячу причин своей ненависти к Деронам. Поднимайтесь наверх, а я тут закончу.
Авеста уже здесь? О. Жрецы хорошо подготовились к нашему появлению. Но мы не станем лезть на пролом, а поступим по-другому. Да иди нахуй со своей сеткой, блядь, прям, сука, прям ровно поплавок и закинул. Нихуя не вижу. Короче, ты задавал вопрос, что я буду клашницей играть. Посмотрим сейчас. Поиграю. Понимаешь, мне очень сложно играть. Мне кайфово, но сложно играть жрецом, потому что я, блин... После сложных боев глаза болят, да, даже. То есть, ну, потому что, ну, классно, знаешь, я получаю удовольствие, когда ты прыгаешь, короче, там, типа там вот там, мансишь, обходишь, уворачиваешься, запрыгиваешь, отклоняешься из инвизов. Ну, клево, клево. Ну, посмотрим сейчас, короче, поиграю кулачницу. Ну, это самое. Как бы, блин. Не знаю. Не сейчас могу посмотрим, тебе... как ты... Сейчас посмотрим, как ты уровень будешь проходить. И... Какие уровни? Как какие? Да... А! Вот, типа башни-то. Изи, башни изи, сначала. Изи буду проходить. Я вообще здесь. Изи. Смотри нахуй. Калия, вторую башню, чтобы ты понимал, я все зафиксаю. Ждем прибытия основных сил во главе с Грандмастером. Потушите факел на стене, сейчас чтобы взял. Подать им сигнал. Твою мать, обратно что ли? Ложь. Это башню-то я закрыл, зафестраил вообще. Вторую. С первого раза победил этого в конце. Я говорю, я ему под миллион с одного удара наносил. Что там говорить? Но! Да! Клёво! И, скорее всего, ей будет проще проходить вот этот вот хребет Игрхам, и храм этот вот. Почему? Потому что она в ближнем бою хорошо себя показывает. И там в башне мансить не надо. Ну, по факту. Там не надо мансить. Тебе вообще не надо что делать, просто бьешь все. Вот они идут, и ты бьешь. И для этого вообще... Этот герой нормально подходит. Идеально. Там никто скиллы не сбивает, никто не... Ты просто будешь идти и колбасить всех. Идеально вообще. А жнецу сложнее, потому что жнецу надо там мансить, надо ему, короче, уклоняться. Он такой, типа, отошел, прыгнул, короче, надамажил пару троих ударов. Разломы продолжают. Опять отошел, подождал, опять выпрыгнул. А там монстры эти всегда. Вот, ну сложнее, но тоже как бы мне нравилось. Мне нравится, я говорю, мне не знаю, и тем нравится, но хороший же, короче. Сейчас я точно буду решать уже окончательно кем, потому что я вот этого сейчас докачаю, его жму шмот, вот тот, который надо там... Надо отдать должное шакрийцам. Хорошо что, изучили что, наши слабые стороны. Сюда, сюда, и проходить одно и то же надоело. Огни на крыше. Потому что знает, что дроны плохо переносят яркий свет. Нужно их погасить. Или нашим отрядом придется пить. Thank you.
Леженец тоже классный. Скилли нравится мне. Зинби задолбить там. 15 косарей насосить. Просто одним скиллом. Приятно. А этот не пробовал, кто он? Клинок убийцы-то или как он называется? Он тоже классный. Он у меня тоже лежит, я не удалял героя. А у меня герой был 20-го, я его не удалял. 20 уровень, это можно сказать нулевой уровень. Но я его не удалял. Я удалил стрелка, который был 40-го. Вот, ну, что это... Не знаю, стрелком, ну это вот, охотница на демонов, я что-то не захотел, не знаю. Ну, стрелки не люблю. Пока все вот, идет по это. Плану, но дальше жрецов будет еще больше. Но ничего, так, это что-то нам не привыкать. Главное... Действовать тихо и не задерживаться долго на одном месте. Тоже мысль была пробовать его. Он тоже очень быстрый. Очень быстрый. У него большой урон. Причем у него гораздо больше урона у Ешни, нежели у Жреца. И как бы это... И точечный у него неплохой тоже. Там стяжка есть и ульта, которая там... Ну, мечом бьет там. Как она? Яма, как она не брал. Таде! Что-то он так кричит. Таде! Короче, теряет мечом. Прикольно тоже. Ну, их очень много бегает. Я поэтому и стал играть ей. Здоров. Спасибо. Да, если уж играть, либо кулачником, либо жильцом. Потому что... По факту, клиночник мало чем от жильца отличается. Да, он рубит, да, у него есть больше, но... Не знаю. Хотя, это, конечно, тактика не такая будет. Ясно, понятно, что... Не надо будет в инвиз выходить, ты просто долбишь, короче, там, на скорости залетаешь, всех рубишь. Не, чё, пока как-то не заинтересовал. Ну, он, да, классный. Классный, мне кажется, у него и урон крутой, у него там урон можно бустить до 50% тоже. Вот, но чё-то как-то, я не знаю, не было у меня его в вариантах, так сказать, насколько... Вон там дальше, Келли послушный. Так сказать. Надеюсь, дети в порядке. Ну и, наверное, потому что их очень много играет ими. Не так, конечно, много, как косы, но... как бы... Ну, то есть, это мне очень, чтобы сильно понравилось, чтобы я играл, вопреки того, что они много играют, то есть, грубо говоря. А мне как бы, ну, так, ну да, типа, да. То, что не стоит так, что, типа, я ему, короче, забил на, типа, на то, что их много, и начал играть. Вот так. Вот. Я не могу пошевелиться. Как бы оно так... Зачем шакрицы это делают? Какой уровень у рыбоуса? 32-й. Единицы какой. Что-то же ты понимал, я все банки искать по стороне были. Я настолько задротился рыбалкой, что я истратил все банки, которые были. Сколько возможно заработал. И... Все, вот на 32-й. Нужно спешить. Что мы им сделали? Ну она сама набралась. Тоже за счет... Тебя тоже наберется, даже не замечу. За счет вот этих вот микстур. И за счет того, что ты много рыбал. Если у тебя есть, у тебя очень много. Ну опять же, у тебя, наверное, не столько много, потому что все-таки магазин событий ты не покупал, я думаю, их. Вот. Но все равно у тебя их должно быть много. Как она, кстати, называется? Настойка, да? Настойка. А ну-ка, ее вообще можно на фазе не крафтить? Только ее может скрафтить можно.
Если ее можно скрафтить, то тоже хорошо. Блять, проебал. Лю уже нахуй. А нахуй не рискуй, ничего не делай. То есть мы тут сейчас начнешь рисковать, блять, но потом в итоге прогадаем. Ебаный Саша. Так, чувствуй. Нету. Чувствуй. Нахуй ты, сука, поплывок мне кидаешь, если что. Все, сука, звоню нахуй всем. Вот как раньше в Доту играли, он такой говорит: ну, сука, вызывай бомбителя, говорит, нахуй. И начинает бомбить, нахуй. Я помню, мы играли, короче, в Доту, а я играл, прикинь, короче, с Корпом. И я просто это, там, спасаю что-то еще, так. Короче. Тут влетает парень, короче, все, он такой, все, типа, этот, 100% он понимает, что он сейчас умрет, все, короче. И ты понимаешь, он просто живой, короче, он такой, раз я его спасаю, два спасаю, три спасаю. И он такой берет, такой, говорит: блядь, я, говорит, этому парню все лайки должны поставить, слышите меня, все нахуй, говорит, он мне, он говорит, он так точно, говорит, чувствую, вот когда я, говорит, я просто, говорит, иду, я, говорит, понимаю, что, говорит, он меня, говорит, реально спасет, говорит. Мне кажется, что мы раньше не встречались. Впрочем, это не имеет значения. Я выжидаю момента, говорит, такого. А там опять фраг, который был, он, прикинь, оказывается, бустер. Ну, то есть, ну, бустит аккаунты. И он играет за Мипа. Это самый сложный герой такой. Вот. И он играет за него. Я, короче, такой думаю, хорошо, типа, я не буду, типа, это... Типа, они думают, что я этот, что... Типа, буду, блядь, это... врываться, короче, то есть, да, я не врываюсь. Команда ихная, короче, тоже не дурная, короче. Ждет меня. В итоге они дерутся, а тот не выдерживает, короче, и начинает это... Ну, тоже, короче, начинает играть. Все, и как только он начинает играть, тут я вылетаю и просто его шотаю нахуй. Все, и он начинает орать. Вы ебаный долбоёбы, блядь, говорит. И я, говорит, они, говорит, он стоит специально, ждет меня одного, говорит, этот Скорп, ебаный, говорит. И они, говорит, не могут ничего с ним сделать, говорит, он меня. Он говорит, и потом просто выигрываем катку, и там парни пишут, типа, нихуя вы тебя всосали. И там он пишет, типа... Вы выиграли благодаря Скорпу, говорит, нахуй, можете ему, говорит, кто он, спасибо огромное ему говорить. Говорит, не Скорп бы, вы бы в хуй сосали, говорит, у меня. Вот. Я с девчонками, прикинь, играл, оказывается, вся команда девчонок была. Все вообще охуели. Все охуели, когда это... играем. И, короче, я такой, команде такой пишу, я говорю, у меня команда девчонок. Они такие, типа, пишут, типа, это типа так пошутил, девчонки пишут, нет. И парень какой-то пишет, у него в натуре команда девчонок пишет. Он не пиздит, типа, они говорят, что в натуре? И они давай поддаваться, короче, девчонкам. И я начал это пользоваться этим, он хуярил и хуярил. Они в итоге выиграли. В итоге они двоем ливнули, мы пошли втроем. Вот. Играли, короче. Блять, вообще мне девчонкам интересно было играть. Word 2 еще интереснее девчонки, играть. А кстати, оказывается, прикинь, не думал, раньше в моем детстве ПВ было девчачьей игрой. Представляешь? Жреца. Оказывается. Это кто? Ай, на что только не пойдешь, ну, перхер ворл. Там много девок играл. Я смотрел, короче, там типа написано, что в нее играли причадные девки. А я это и думаю, блядь. Почему, типа, нахуй, меня... Девчонка, помнишь, я рассказывал? Просто взяла, нахуй, с руками и ногами оторвала, ну. Типа, давай моим будешь. Как ваши священнослужительские дела? Потому что там мало парней. Должен сказать, что Рясовым чрезвычайно к лицу. А я спонсировал всякие, я там довольный, блядь, бегал такой. Мне, кстати, в R2 этот тоже спонсировали мне. Парень какой-то один. А знаешь, как у меня получилось? Мы стояли в этом, кто он там, на стене стояли. И ты представляешь, начинаем драться, короче, ну там стенка на стенку, короче. И ты пикли,
парня этого, который топик, его убивают, из него падает сфера топовая, что ты понимал, топовая. Ну, чтобы я, наверное, сейчас, если я деньги бы эти вывел бы, я бы, наверное, 1070, наверное, 70 тысяч, наверное, поднял бы сразу. Знаешь, сколько она дорогая была? Вот. Я ее, прикинь, у меня просто на реакции, я ее подбираю, прикинь, быстрее, чем враг. То есть там на реакции, я просто подбираю, Все, БГ, все заканчивается. Мне парень, уже рассказывали историю, тебя поблагодарили, что ты себе не забрал, что ты им отдал. Да. И потом еще дали шмот, ты уже рассказывал, да? Но... Поставь себе галочку там, выполни. Вообще, но... Так он это, он у тебя еженедельный хули, понимаешь? Или еженедельный хули. Да, это же такое, то же самое, слушай, знаешь, как это? То же самое квест проходить через неделю. Нормально, так ты, конечно, выкрутился. Вы из Авесты? Ну я, конечно, над этими угорал жестко, как пиздец. Над своими сагильдицами. Да где эта сраная собака? Она специально не пойдет, я должен подойти к двери, чтобы она там заспавнилась, конечно же, да? Ну конечно же! Подожди, а че она не заспавнилась? Тут же собака была в прошлый раз. Ну че? Пощадите, я ни в чем не виновата! Издевайтесь надо мной? Я все правильно делаю. Угу. Девка, не ори на все это. Нас обнаружат. Вы не издевали мной. Это... Не заставляли меня читать стишок. Помнишь, да? Ломай меня полностью. Ты... Нет. Ты не издевался надо мной. Я знала, что вы нас спасете. Не заставлял меня читать стишок. Ну? Ты не видел пародию? Я с тебя скинул. Слушай, собак нету, прикинь? А когда я первый раз играл, были собаки. Сейчас нет собак, прикинь? Помнишь, да? Ты заходишь, собаки такие навстречу, а сейчас нет. Но... Чисто мобы ходят. Хорошо, я только начал орать, короче. Надо найти остальных. Если, сука, карась не ловится, она. Это какая-то, блядь, русская рыбалка, блядь. Напиши в интернете. Пародия. Большая разница. Не могу, я рыбачу. Ломай меня. На рыбалку. Понятно. Кинь мне паски. Я потом говорю. Паски! Я видел, что на стелс-миссиями, так сказать, важная миссия. Ты ICQ зачем взломала? Чего сломала? ICQ зачем сломала? Никого я не ломала. Нет, Толя, я не могу сейчас это сделать, потому что у меня это... Стелс-миссия, так сказать. Нихуя страшно. Подождет. Дима, тебя ждет фурия. Ты должен идти за фурией. Я чувствую, что ты настоящий фурион. Понимаешь? Фурия и фурион это не однокоренные. Да знаю, я просто надо было как-то сгладить хули. А, вот где собаки-то будут. Все, я дошел до меня. Мне как бы этот, Дима, мне косой нравится играть, как бы, блядь. Я вот... Ты пытаешься себе объясниться, что тебе нравится, а на самом деле тебе не нравится, я же знаю. Нихуя. Пс, я все понял. Я чувствую героя так, как мангусты нахуй бегают. А, нет, есть собаки просто другой. Другой этой. Вадима, скажи, каких ты знаешь страшных монстров, которые вот типа, которые ты раньше слышал, которые типа реально, типа они есть там. В смысле реальность? Ну типа страшные какие-то тебе монстров раньше говорили, там типа пиковая дама, там вот что-нибудь такое вот. Ну говорили пиковую даму, да. И а что? Какие еще были? Какие еще говорили? Не бабка матершинница, я помню. Бабка-матершинница? А что такое бабка-матершинница? Что она делала? Тоже так же, как пиковая дама, короче.
знаешь, раньше это, ну, детей было такое вызывать, типа, там, разных этих, типа... В этом, в ванной. Ну, ну, короче, мы ее вызывали, грубо говоря. Всяких таких дуростей. Делали. Глупые. Грубо говоря, можно было пиковую даму вызывать, там все-таки сложнее какие-то эти были ритуалы какой-то. А бабку-матершинницу, типа, ты что-то, короче, свет выключаешь, получается, в помещении. Мы в ванной это делали. Больше нигде вроде темного помещения нет в квартире, потому что где-то, где-то взрослый сидит, где-то что-то еще. Вот, а мы это... Значит, заходишь в комнату, там зеркало ставишь, что-то кладешь, типа, чтобы она ела, что-то типа такое. Ну, там, конечно, такая, блядь, что-то, не знаешь, какой-то сатанизм какой-то вообще. Ну, не то, что сатанизм, как это называется-то? Не знаю, как назвать это. Ну, я более... понял, короче, как, но... как оккультист. Оккультист, вот, да, оккультизм, точно, точно, вот, справились. Вот, и это. Эзотерика, ну, эзотерика, это, конечно, более глубокое понятие, но все равно. Как бы такое вот. И, типа, ну и все, как бы, а все, больше никого. Ну, ну еще, нет? Короче, у меня в детстве, типа, у меня, допустим, Бармалей было, короче, страшно. Ребята, все за мной. Ну это дет. Ну это же все в детстве, ну, когда ты маленький. А так-то как бы насрать. А слышал такое, типа, этот, про Слендермена, слышал? Нет. Не слышал, реально, что такое Слендермен? Нет, это какое-то иностранное. Это, мы такое не знаем. Я воспитывался, когда не было таких иностранных всяких этих. Ну, там. Ну, даже название это видно, что это с английского переведено. Это значит откуда-то с какого-то. Ну... не нашего какого-то происхождения, так скажем. Вот так. И как бы мы такого не. Я тебе говорю, ну видишь, пиковая дама, да? А, допустим, бабка-матершинница. Ну ты, что, вот у западных людей такой нет, но это видно, что это какое-то славянское какое-то происхождение. Что-то какое-то такое наше народное, что-то типа. Наше, так сказать, ну, типа. Вот. Вот ты реально. Я вам веришь, уже тысячу раз говорила. Мы не демоны. Дим, ты и не вообще имеем вот к ним никакого веришь, нет? Отношения. Нас родились учатся дети. Я верю в Бога. А потусторонние силы, я в них не верю. Я и допускаю, что они есть. Точнее, я даже знаю, что они есть. Просто, понимаешь, вера это как бы смысл такой, что если ты во что-то веришь, ты поддерживаешь это существование. Ну, допустим, вот. А, люди есть, которые верят там в разные лишние глазы, да, там, типа, не здороваться через порог, вот эта вся песня. Они в это верят, естественно, они своей верой это поддерживают. А вера работает как? То есть она не работает без тебя, то есть если ты веришь, она и будет работать. Если ты в это не веришь, то работать не будет. Соответственно, я допустим, не верю в потусторонние силы, таковые. Я не хочу их пойти, как бы я верю в Бога, я верю в его силу. То есть божественную, да? Вот. И я знаю, что он есть, и он, как бы, ну, грубо говоря, действует каким-то образом. Через людей, через ангелов, еще как-то свои видит рукой. Руфион, я как-то, хотел избежать. Создается быть, создает вещи. Но те, создает кто противится воле Божьей. Я знаю. Я также знаю, что люди могут управлять энергией. То есть у каждого человека еще есть запас свой какой-то. Я знаю, силы. Кто вы. Не вмешивайтесь. Мы тоже, как бы, не, противоречие мы, между Шакришкой и Империей никчемные, как бы, да? Вас не касается. Но все равно у нас есть какая-то сила, которая типа в нас есть, грубо говоря. Вот. И там, допустим, маги, эзотерики, они же включают свои силы. И, грубо говоря, приобретают способности какие-то, то есть сверхспособности, так скажем. Причем фишка в том, что они работают так. То есть они не то, что становятся сверхлюдьми какими-то, они просто, как сказать, кто-то сказал из мудрых людей, если хочешь достичь совершенства, если хочешь возьмешь все, что есть, типа, у тебя, что ты знаешь, и избавься от всего ненужного. Ну, то есть, грубо говоря. И вот, по факту, там люди там маленькие, совершенцы, они просто абстрагируются от мира. Если тебе нужны и концентрируются на чем-то другом. И, грубо говоря, у них их чувства за работают таким образом, что они замечают то, что они любят. Таким образом. Они питаются по-другому, там, да, чтобы у них энергия по-другому накапливалась. Они вот не ложатся, как мы, там, не знаю, в 4 часа ночи. Хочешь договориться?
То есть, хорошо. Ну, это не очень. То есть, есть несколько условий. Не переедай, первое, потому что как переедаешь, ты расходуешь энергию. Изучение разлома. Вот эта вся тема. Вот. Я верю в Бога. Я верю в Бога. Я вот именно верю в Бога. Я поддерживаю это своей верой. Но я допускаю также, что есть, допустим, какие-то злые силы демонические, которые воздействуют на людей. Я должен с тобой посоветоваться. Но я не верю. То есть, я говорю, с моей стороны, с моей точки зрения, вера, слово Сайки верить, значит, поддерживать для что-то своим, из нас. Но сейчас я не знаю, воли, как поступить. Так. Идти ли нам войной? Если ты будешь верить в глаз, он сработает. Если вот, допустим, здоровый человек, рог, да, там, или, там, не знаю, мир. У нас в детстве пусть такое, и такой ценой. Были маленькие родители постоянно говорили, и мать постоянно, ну, в частности, типа, вот, надо монетку в угол бросить, типа, чтобы деньги были там. Или там, знаешь, блюдце там, типа, домовому поставить, вот эта вся песня. Ну, такие вот такие песни. То есть, если ты веришь, да, то они и будут работать. Вот. У меня такое отношение. Значит, войны не избежать. Я просто больше 10 лет назад уже к вере пришел, верю в Бога. И мне хорошо, ну, именно таким образом жить, такой мысль. Я ничуть не жалею, и моя жизнь поменялась, мышление поменялось, никаких страхов, никакого отчаяния, никакого, типа, депрессии, там, вообще не, с тех пор не испытываю никогда. И как бы, ты вообще по-другому на жизнь смотришь. Вот. Но, сторонние силы, да, допускаю, почему нет, само собой. Потому что, ну, я говорю, есть силы, которые в этом мире существуют, они... ими можно я управлять, они, как бы, они тоже как божественные природы, просто вот мы, допустим, тоже созданы, да, как люди, но по факту, как бы, тоже есть своя какая-то сила такая небольшая, типа, там, как-то влиять друг на друга, там, да, то есть, поддерживать, там, объятиями, допустим, мы можем, там, ну, там, кого-то, то есть, ну, не зря говорят, что, вот типа, они, ну, мы ждали, как бы, что рано или поздно нам придется столкнуться благотворно с врагом лицом к лицу, песни некоторых людей влияют благотворно. Но этим врагом мы считали демонов. Ну, то есть, демонов, как ты говоришь, легендарную удочку. А я могу на аукционе вообще найти эту удочку легендарную? Пробуй. А так и пишется удочка, да? Ну, как у тебя? Подожди, сейчас посмотрим. Инструменты рыболова подмастерья у меня написано. Ну просто рыбу написать. Рыбол. Ремесло рыболова. Ну-ка. А это не то. А как? Можно в торги зайти, ну-ка. Нету рыбол. Ну тут какой-то вообще. Ну я хочу тебя просто легендарный. Удочку. Как это сделать, я не знаю. Ты не сделаешь легендарно, там слишком много надо ингредиентов. Ты можешь только фиолетовую сделать. И то вряд ли. Ты же не развивал поместье, ничего не крафтил, ничего не исследовал. Тебе не достать ресурсов просто так. Фиолетовую ты сможешь сделать, легендарную ты не сможешь сделать. Купить, да. Купить можно, я думаю. Сейчас я посмотрю, кстати. Нельзя купить, я не нашел. Не знаю, как называться она. Вот, инструменты ремесленника подмастерья. Нажимаешь? Вот. А, это заготовка. Это заготовка. Я понял тебя. Заготовки только. А самих нету. Ну да, видимо, нельзя. А, я понял, почему нельзя, потому что они нигде не падают. Ну, типа, чтобы их продавать, надо, чтобы они где-то падали. А они не падают нигде, ты их создаешь, то есть это поместье для себя. Точно так же, как для поместья ты не можешь ничего продать, то, что ты создаешь, и купить ты это не можешь, кроме как поместье купить. Такие дела.
Теперь войны не избежать. Как бы мы ни пытались ее отсрочить, прольется. И забей, скрафти фиолетовую. Я с фиолетовой качал нормально, что ты заморачиваешься? У меня красиво ловится. Я молю создателя, чтобы он дал нам сил пережить ее. У тебя какой уровень-то? 14. 14? Ну вот подкормку кидай, нормально будет. Окей, кидал. На подкормку кидайте прям в это место, кидайте удочку. Ну, по-моему, да. Я просто кидал. Я вот думаю, в магазине, может быть, у шоповском есть удочки? Ну, полностью все инструменты. По-моему, должны быть. Вот там босс должен флейта, быть, флейта есть. А удочек я не вижу. Квест возьми на рыбалку для гильдии. Заодно выполнишь. У меня походу нету. Что тебе скрафтить проблема, нет, что ли? Там не надо много ресурсов. Я просто, мне было интересно. Я говорю, что интересно посмотреть. Просто это мой. Думаешь, ты дал? Понятно, что лучше будет ловиться, но тебе же не страшно. Скоро пойдет черный дождь. Больше медлить нельзя. Нужно вызволить Сайку. Вот, ну-ка. Грандмастер. Когда я был маленьким, мама иногда пела нам песню про черный дождь. Небо плачет черным цветом. Кто намокнет, пропал. Ой. Вы ослушались приказа. Хорошо. У нас мало времени. Пророчество скоро исполнится.
Че ты, Толя, не пойдешь в этот сюда, да? Куда? Ну. Хребет ты. О, хребет. К хараму этот хребет. А, 30 уровень-то? А. Я пробовал, я не смог пройти, меня убили. А потом я пизда. А у тебя какой сейчас уровень? Этот, 56-й? А что такое? Не-не-не, я имею в виду вот в храме вот. 29-й. А-а-а, понял тебя. Че, не ловится, да? Да я... Короче, этот... Я вообще магазин не читаю. Они в магазине. Они не падают, нигде, как-то никак не могут быть в магазине, нигде не падают. Ты хоть раз видел хотя бы обуишную удочку, где-то падала? Нет. Так а как они будут там магазине-то, если они не падают? Ну да, так-то. Логично. Это все крафтится в рамках поместья, поэтому оно в рамках поместья остается чисто для ребят. Ух ты, блядь. Потревожили того, кто был запечатан в крепости. Так. Добраться до башни. Тьма исходит оттуда. Yeah.
Настигнет каждого из вас! Никто не спрячется! Осторожно! Влияние хаоса становится сильнее. Слушай голос, что взывает к тебе. Это слова демона, а не того, кем он был раньше. Теперь ты знаешь правду.
Я зачерпнул силу осколка. Сделал то, чего все эти годы предостерегал от них. Че молчишь? Я не взял... Че сейчас только что сказал? Я не взял, Да? Не знаю, о чем речь. А я играю на гармошке. Да? У похожих найду. Да. С возвращением. Помогать святошам, да ну их в яму. И охота вам проливать кровь за шакрийцев после того, что они сделали с Айкой. Я против. Что ж, двум смертям не бывать, а одной не миновать. И я с ним согласен. Вместе у нас больше шансов. Мои клинки к твоим услугам. И то верно. Демоны куда хуже. Я их на дух не перед... Меня уговаривать не придется. Если вы готовы, то я в деле. Ах ты ж сопляк! Да ты хоть знаешь, сколько демонов пало? Все как с ума посходили. Хотят помочь шакрийцам. Даже Гул'дин. Вот уж во что никогда бы не поверил. Это ваше с Виоли рук дело. Да не рискуй. Но. А нахуй не рискуй, ничего не делай. То есть мы тут сейчас начнешь рисковать, блядь, а потом в итоге прогадаем. Пас, что-то это перебросил. Ладно, нахуй, перебросил. Ну, ничего страшного. А? Так, да, ничего, изготовить. Так, удочка. Изготовит предмет легендарный, да? Так, хотите сократить время на 1 час, сократить время на 2 часа? Че, купил ресурсы? Куплено, конечно, все проплачено, так сказать. У меня? Чет. Я только один сундук купил, который стоил 2 золотых. Воздух весь пропитан запахом крови. Мы опоздали. Кто-то уже атаковал шакрийцев, но я не застал самого сражения. Мне тоже нравится. Другим-то ладно, нет, не ври. Ври, да не завирайся, как говорят. Да? Нет, не ври. Без всяких не заверяй. Просто не ври. Называться не время умирать, но вообще такая есть штука. Давай тему не переводи. Какую тему? Вы сейчас нахуй не... Тебе, Дима, нужна простая рыба? Отдай мне ее. Какая простая рыба? Обычная простая рыба, которая... Какая простая рыба? Нет такой рыбы? Обычная, которая всегда 100% падает. Зачем тебе эта рыба? Ну, нужна она мне для крафта. Угу. Хуй поверит, блядь. Да она даже... Она вообще никому не нужна. Я не знаю, какой дурак там на рынке выставляет ее. Видимо, думается, что он... Ну, он дурачок, а видимо, думает, что другие еще больше дурачки. Ага. А все, ты отдашь мне? Док, приходи, отдам. Отправить я тебе ничего не могу. У меня нету, потому что этих... Ага. Кристаллов. Сколько у тебя ее? Много? 3000. Ну, а как мне тебе прийти? Я не знаю, ну, где ты в нем. Я в этом. На горе 1000 осколков. Это какая локация? Сейчас, погоди. Питон? Пару ребят. Пустоши Красной Луны. Вот. Пустоши Красной Луны. Блин, а чё пати-то не добавится, что ли?
Фейтоне. Пати, ты что, заблокировали, что ли? Фейтоне. Фейтоне, 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 Фейтоне. Файна, 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 файна. Я тебя сейчас... Это хотел сказать, да? Я говорю, ты в Файтоне находишься. Файтоне. Файт. Гандон, ты ёбаный, блядь. Да, в Файтоне находится, ёб твою мать. Как... Сука, я сейчас приеду, нахуй, всю лодку, нахуй, всю хуярю. Зачем тебе эта рыба? Ты мне скажи, я тебе дам плюс, но слышишь, ты мне скажешь. Демоны повсюду. Убьешь одного, а на его место приходят еще двое. Какой что значит отступить? Да вы в своем уме. Шекри никогда не отступят перед этими. Ты вот мне дашь эти рыбу, я тебе объясню сразу. Я тебе сначала объясни, потом дам. Нет, смотри, ты мне дашь эту рыбу, я тебе объясню, ты скажешь, и ты такой скажешь, а что, так можно было? Скажешь, и все. Нет, ты мне скажи, я тебе объясню. Фу, блин. Точнее, это. Я тебе дам. Какая тебе разница, что тебе сложно поделиться? Нет, ты мне уже потом эту рыбу не дашь, пойди, блин. А дам я тебе, что мне, 3000 рыбы, что ли? Я тебе сегодня дам, понятно, что ли? Полторы дам. Давай две. Я тебе расскажу сразу. Ну, давай две. 2000, да? Да. Эту рыбу можно обменять на карасей. У кого, интересно? Поместье. За бесплатно. Серьезно. А где там? Там нет никакого обменщика. Я тебе покажу, я тебе все покажу. Значит, это караси, наверное, привязаны какие-нибудь, нет? Нет, я сейчас поставил их на аукцион уже. 40 штук. А у тебя сколько рыб было? 300. Так а там у кого медь? Там нет ни у кого медь-то. Ну, блядь, давай я тебе покажу. Дай рыбы этой. Сука, я пошел проверять, кого он там нашел. А, то есть ты поместье пошел, да? Угу. Вот так вот. Я тебе говорю же, что ты мне после этого уже не дашь эту рыбу. Да почему я тебе дам 2000, я тебе сказал, что ты? Ты как, если поищешь, скажешь мне потом. Ну, сэкономим мое время, расскажи. Где? Там, короче, есть обмен, называется... Как-то обмен, что-то там, блядь, не помню нахуй. Классно. Блядь, я могу в поместье к тебе прийти. Пойдем в поместье к тебе, перейду. Классно, сейчас, объясни, молодец. Подожди, перейди в поместье. Я тебе покажу проще. Я на память помню, где это. Интерьер поместья. Откуда у тебя новый диван, скажи мне нахуй. Теперь он мой нахуй. Забрать. Невозможно забрать, это не ваше. Сука. Я же в твоем поместье, да, нахожусь сейчас? Я уж не знаю, в какой ты зашел. Ну, которое было, мы с тобой в одном поместье. Ну, да, у меня говорит, что ты красный, типа. Подожди. Че, не туда свернул, что ли? Блять, а где я был-то, нахуй? Нет. Сейчас, дим, секунду, погоди. У меня-то просто не отображается это все. А, ты имеешь в виду распылить можно ее, да? Угу. На синие, типа, потом обменять. Да, 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 да. Понял, да, как получилось? А, вон где она. Ну, я тут попасть не могу. Нет, тебе в портал можешь зайти и попасть как. Да, так вот почему у этого, у Ромки скупали и жемчужины, и прочее. Да. Потому что тупо челики, короче, видимо, берут, переводят ее. Дешевле купить красную рыбу, допустим, и жемчужину, и перепаять, нежели это. Прикольно, да, дело? Ну так-то тема прикольная, да? Ну то, что можно менять, да, даже сам, что менять, ты можешь, допустим, что-то, то, что у тебя нету, обменять на то, что тебе надо, какую-то, с какой-то конвертацией. Ну мне проще выловить. Ну вот 240 карпов я, короче, получил.
Так, где ты тут? Предложить сделку. Эй, а ты что не можешь? Давай, я в таверне был. Ну, прикольно, да? Тема. Но... Сам факт, что можно менять, да, прикольно. Подожди, я тебе что... А, у меня полторы осталось, что ли? Блин, тогда я тебе сейчас карпами отдам. А, нет, я тебе сейчас карпами... Да не, не надо, не надо. Просто полторы. Ты что гонишь? Я так доволен буду. И красной рыбы тогда отдам. Ну, я уж я так, я думал, ты мне не отдашь. Так, Каша, иди нахуй. Саша бы так бы сказал. Я просчитался, кстати. Подожди, сейчас еще красная рыба. Да ничего страшного, да ничего страшного. Да нахуй. Красная рыба, кстати, тоже нормально, можно и подать. Но, я ее сбагривал тоже. Подождите. Спасибо. Я прям хожу, такой думаю, блядь. А ведь тема, говорю, блядь, такой. Ну, буду знать. А я, кстати, открывал эту штуку. Думаю, о, типа, можно конвертировать туда-сюда. Как бы, ну и забил, типа, ну можно, можно. У меня не было никогда недостатка в ресурсах. А, как бы, но тот факт, что можно этого карпа-то продавать, да, это как бы очень та самая приятная штука. О. Хотя по факту, я продаю жемчужины, и я продаю карпа, какая разница, мне все деньги там приходят. Я же его не использую, по факту, карпа-то этого. Мне же просто его продать надо, типа. Поэтому я так ничего вот. Не потерял, мне кажется. Так, по 32 сейчас продают, да? А сколько там? Угу. Поиск на аукционе. Покупка. 30. Ой, сколько там вы. О, 10 тысяч. 6 тысяч. 4 тысячи. 4 тысячи. 6 и 10. Там что за психи? Когда я рыбачил, там максимум было 1800 у чувака, который стоял под 34. А тут вообще ну, все, 20 тысяч. Все рыбалочку поняли, что рыбалочка приносит. Офигеть. А так, а самый-то прикол в том, что цена-то не падает. Ну. Ну, я продам, наверное, 200. Ну, я потом, в принципе, выловить могу, наверное. Хочешь на эти обменять? Ты хочешь на кристальчики обменять, что ли, да? Ну да, потому что их тоже надо будет. А, у меня 10, да? Соглашусь. Сука, такая музыка еще, блядь. Пиздец, паваники, ебаный. Кто это, сука, придумал, блядь? Этот ебаный паваник. Ну прикольно то, что действительно вот это вот можно обменять, блядь. То, что ты всегда в плюсе будешь. Но... А не так, что ты потрачен на время. Теперь мне понятно, почему Ромки покупали жемчужину. И все это тело. Он мне такой, типа, говорит, да, 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 покупай. Типа, это же их, типа, первые уровни в эти. Говорит, да, говорит, вот только что купили. Я только положил, меня купили. В чем прикол тогда? Ты прикол? Но... Но... Да, то, что по факту тебе не надо выбрасывать... Ой, тебе не надо выбрасывать ничего. Ты хранителя будешь сегодня бить, нет? Буду, попозже чуть. Ты хочешь со мной сходить? Ну. Я надеюсь, нас пустят на общего хранителя. Что, не пустят? Ну, там у тебя эти-то повыше будет. Рейтинг-то у тебя повыше будет. Так, ну сейчас попробуем новую удочку. И это вы. Ну ты ее ингредиенты, получается, для нее купил, я так понял, да? Я купил сундучок этот вот, короче. И там что-то каких-то еще 5 купил. Все. Ну да, которые для крафта нужны. Да, и все больше. А сундучок все остальное стоит до хера, там 1030, наверное. 300, наверное, да? Почему? Два всего золотых стоил. Значит, фиолетовый. А, золотой? Нет, я фиолетовый купил. А, фиолетовую удочку. А я думал, ты золотую купил. Золотая это там вообще несколько тысяч стоит. 2000 стоит?
несколько тысяч стоит она. То есть там есть, там, там же есть фиолетовый, потом типа желтый, потом типа еще такой. Ну вот, легендарная стоит 2500. Во-во-во, я и говорю, что там это прям дико. Ну типа, можно, конечно, типа взять, я она все равно купится у тебя потом. Должен типа доложить. Ну, это знаешь, как равносильно, что если ты идешь в магазин и покупаешь, короче... Федерико здесь нет. 10 типа, булок хлеба, знаю, типа. Что он все ну да, типа, тебе хлеб пригодится, но смысл в том, что ты будешь есть его долго, и проще было купить на деньги. Там, у меня масло, я сейчас... С настало каждого будет падать, то есть у меня с баночками совсем, то есть там все с каждого падает. Я тебе говорю, а тут у меня падало из 10, а из 10 у меня падало один только как раз. Врага. Ну вот, потому что удочка у тебя была лошовая. А у меня вот тоже фиолетовая, я вообще проблем не испытывал. Каждая вторая по факту тебя это рыбешка. Ну иногда, конечно, было такое, что... Так они знаешь, почему они так дохуя зарабатывают? Потому что у них стоят боты, и они с ботами хуярят. Не все, нет, не все. Я же вижу, я стоял где, там они это... Не все, я тебе говорю, не все. Это у кого 6 тысяч стоит, блин. Да не. По-любому. Не. Все готовы. На рыбачить вполне реально. Я же тебе говорю, челик, одним рыбачил, оставил, знаю, потом тут же пришел на это место, снова поставил другого. И они оба его бы... Они... Потому что один стоял на том же месте, где и первый, когда у него силы закончились, второй пришел на это же место, стал, этот перестал, а тот начал. Тоже он же не может одновременно снимать, там сам. Соответственно, и потом они телепортируются одновременно оттуда. Это очень странно. Он стоял, что ты понимал, там что больше 10 часов. Что со мной происходит? Потому что челик какой-то пришел и написал, типа, если вечером ты будешь стоять, или я тебя типа... Слушай, а типа удочку же уже нельзя передавать, да? То есть да. И там на и он, удочку. И он типа, короче, если говорит, типа, я вечером приду, ты будешь здесь, типа, тебя, типа, ну что тебя, жди бана, типа. Вот. Но я тебе говорю, он больше 10 часов стоял. Потому что я был в онлайне, я тоже сетку постоянно закидывал. И он там все стоял и стоял на этом месте. Потом другого челика привел, своего второго, видимо. И они оба телепортировались. Вот. Я был уверен, что рыбачил. Вы придете. Кальдер сказал, что отпустил вас, но... Мы они еще, скорее всего, перепокупают. То есть они как нам вот пора. Саша тоже, да? Все Ничего уже на равнине. Они не перепокупают и потом просто-напросто продают подороже. То есть на одну ляню, допустим, да? Им выгоднее перекупить. Но опять же, там сейчас чел поставил 6 тысяч. Второй 10 тысяч. То есть, сам факт того, что у того челика, который за 35 продает больше, чем у этого челика, который продает за 6, ой, сколько, за 34, да, уже говорит о том, что чел либо перепокупал, ну, то, что ему выгоднее купить то, что снизу лежит, да, и продавать за высшую сумму, сам назначать цену, нежели там ждать, пока у него завышит цену. Пророчество исполнилось. Так же, как Саша, собственно, в этом своем War 2. И писать свою судьбу. Итак, я здесь такой думаю, блин, какой же будет задротский этот механизм? Я говорю, ну что, неужели? Не ну, дайте зачем? Тьме поглотить себя. Ну, видимо, людям нравится такая тема, да? Подниматься, мониторить постоянно рынок там. Я просто помню, когда мы были в ЛКФ, у меня подобное было. То есть я тоже там продавал аптекарские всякие товары, и аптекарь я был. И я, короче, такие пилюльки, короче, на хапочку. И там прям... И тоже мониторишь, кто, где, поскольку, ну, это, видите, как бы... Надо будет только осколки, что ли, делать потом. Он-то сам себя не заточит. Строй и прикрываем своих. Смерть. Чем, короче, выше у меня уровень, тем у меня лучше, да? Конечно. А максимальный есть какой-нибудь, да? Понятия не имею. Я думал 30-й, но смотрю, он после 30-й как скачает. Или 100-й. Слышь, это будет 30-й. Для битву, конечно, эпичнее сделали. Я все еще поражаюсь как Жесури, как Фейта не битва. Кстати, Ромке сюжет понравился, поэтому еще Южный Берн. Ну, так что посмотрим, что там. Что. Оценим, так сказать.
Че, идешь за Фурию-то? Не пойду за Фурию. Демонам наверху. Чему? Надо остановить колосса. Не, нахуй. Я за косу играю, меня все не устраивает. Это траханье называется скиллов, блядь, нахуй оно мне знает. Мне не нравится у них. Да, мне не нравится у нее первая форма, которая. У них все скиллы первой формы, они ватные, блядь, просто да не умызли. В обычном бою ты хуй применишь эту ульту, блядь, просто будешь бегать как вафля ебаная с этими скиллами. А где-то, допустим, только на боссах, на мете, что будешь только драться в форме. Ну это тоже такое, блядь, себе. А тут я всегда, блядь, сам себе хозяин. Что захотел? Вот я тебе почему я не люблю так трансформера, потому что ты не можешь, во-первых, рассчитывать, да, на какие-то скиллы, во-вторых, тебе надо как-то тактику особенно там. В два случая там. Ты такой Ты же все равно мышленно, ну, не мышленно, так сказать. No. Подсознательно переключаешься на другой этот режим. Слушай, ты как-то, ты понимаешь, что ты, ага, тебе надо другие кнопки нажимать. Ага, теперь надо вот это вот. Ну, то есть. Да, надо, понимаешь, она вот это вот, я говорю, она трахание скиллов называется. Это потому что ты, грубо говоря, играешь одним стилистикой, вот, допустим, я, у меня уже заточилось, как, что, двигаться, нажимать, да, там подобное. Да, у меня да, в голове да, этот пересчет да. идет. Да, а прикинь, тут включайся, раз... тут, короче, тебе надо по новой. Да. Кому-то нравится это, блядь. То есть, вот я начал играть с Каутом, говорю, тоже вот как бы. Ты вроде там одной тактикой играешь, ты начинаешь другой тактикой играть. И как бы тут у тебя дальний бой, тут бок включайся, вот, на ближний вот бой. Вот я думаю, знаешь, какой тебе подойдет? Тебе подойдет герой этот вот, который клинок смерти. Потому что он. У него сбалансирована как раз таки скорость, сбалансированы скиллы, сбалансированы. И самое что интересное, у него ульта это добавление урона. То есть. Так у меня тоже здесь добавление плачет. Что-то наподобие, короче, косы. Что-то наподобие косы. Такой упрощенный какой-то такой вид. У тебя все скиллы, потому что работают в этот момент, а у меня только часть. Нет, то есть. Это... Нет, здесь тоже добавление урона. Нет. Ты просто, сам говоришь, что просто... он не такой быстрый, он у тебя... Он быстрый, единственная проблема, что скиллы перебивают. Вот. Это очень мешает нормально все боссы стоять. А, кстати, у клиночника, который на смерти, у него, кстати, это... у него это... И дальние скиллы есть. И у него много скиллов, которые типа это. Нельзя сбить типа. Видели? Их тоже можно убить! Ну, на самом деле. Прикольно, что игра дает возможность таки зарабатывать хоть где-то, блядь. Если. Хотя бы на этой рыбе, блядь. Ну тут экономика, согласись, нормально проработана. Вот что-что, да, фитроните, там вот эта вся тема, которая нервотрепка там. Для тебя в частности. Очень жесткая. Ну ты вообще пиздец, я не люблю это все дело. Да, но, смотри, в плане экономики тут как бы все хорошо. То есть. И в плане персонажей вообще никаких претензий нет. Ты не скажешь, типа, вот, как они криво сделали персонажей, почему у него откаты, почему анимация такая задержка, типа там. Ты не можешь просто... Если бы, короче, было бы в магазине такая хуйня, типа... Я, знаешь что, я только это все стараюсь из-за гравировок. Если изначально была бы такая штука, которая дает гравировку, как типа сейчас отдает, типа временно станет, я бы ее брал, честно слово. Зачем мне создавать какие-то проблемы, когда ты просто взял и реально за одни гравировок, то есть только мои 5. Тут раз ты поставил гравировки, все себе, и ежемесячно платишь, короче, все. Дальше. Вордата как у меня есть. То есть, допустим, есть повышенный опыт, повышенный дроп, короче, тому подобное, там повышенный и тому подобное. И еще там типа дают геру, там что-то еще, короче, и все это кругленько стоит. Короче, так тебе скажу. То есть, но при этом... Но то, что ты можешь себя избавить от нервотрепки, если тебе не нравится, да, ты можешь сам. Да. То есть ты тоже там то же самое. То есть помимо того, чтобы, к примеру, часами напролет не пашет и тому подобное, тебе игра упрощает. То есть, помимо. То есть у тебя все в два раза быстрее становится работать. То есть у тебя повышается атака,
у тебя повышается скорость, у тебя повышается движение, это передвижение, у тебя повышается дроп быстрее, соответственно, совершается. То есть, вообще все. То есть, все быстрее. Это круто, конечно. Но минус то, что это все временно. Либо можно еще за серу купить. То есть там продают же. Ты можешь покричать, допустим. Куплю, допустим, там 300 рублей, говоришь. Стоять. Все. И пишет курс какой. Ну там обычно сами курс пишут. Все. Парень пишет тебе, то-то-то, типа, продам. Или, допустим, ты пишешь парню, типа, 300 РА есть, типа, такой, есть. Я ему только говорю, готов купить, короче. Он такой, говорит, что покупать? Ты ему говоришь, что купить. Все, он это покупает, короче. Ты переходишь, он тебе кидает это в обмен, ты ему кидаешь серу, все. Таким образом договорились. Это вот прикольно было сделано, говорю, два. То есть, реально, прикиньте, реально не наебывали. То есть, в прямом смысле, парень давай реально, то есть, попал все как надо. И они, прикинь, сами не боялись, что, прикинь, это просто, а прикинь, просто, типа, а мне нахуй, типа, не надо, иди нахуй. То есть, там просто такая штука была. То есть, просто пишут, типа, вот этот, что ты кидок. Здесь была группа, ты пишешь, что ты кидок, и все, и тебя начинают косить, нахуй, по всей этой игре. Человек просто ливает, он не будет играть. Все. Тупо зафашмачено. Тебя, во-первых, ни одну гильдию не возьмут. Это все хуярить будет. Ну, а слава богу, только никогда хуй не было. Да я никогда и не наебал никого. Это честно все отыграл. А вот Таша пиздец, он наебал всех. Дроны. Дети тьмы. Так что, Димка, башни с тобой в два пойдем. Нас демонами. Я чувствую, как ты хочешь в Урба играть. Я не чувствую. Уметь. Можно говорить. Человеком. Сам не говорю. Это ты Толян, хочешь. Ты такой, Толян, я хочу пиздец с тобой. Это ты хочешь. Играть. Потому что ты обычно. То, что ты хочешь, ты говоришь. Ну других. Хотел за косу играть, говорит, Димка, иди за косу, а сам за косу хотел. Ну то есть, и тут чувствуется, значит, ты тоже хочешь ворвать. Я, вот я в нее буду только играть, только потому, что, типа, потому что хочу просто бабосиков. Ну вот. Халявну. Потому что, скорее всего, вот то, что мы сейчас делаем, даже сейчас стою, я просто продаю 20 ключиков. Хотя по факту я могу продавать 500. Ну вот. Почему? Потому что, потому что... У нас нет, у нас рынок стоит. Все игру покидают эту. Из-за сервера нового. Из-за нового сервера. Вон оно что. То есть все. Потому что, во-первых, получилось так, что Саша сказал, что говорит, есть. Тут прикинь, говорит, впервые в жизни, говорит, здесь правят ПК. То есть теперь топ-1 ПК везде. Все. То есть все топовые гильдии, которые были, они все проиграли. Все.